Впервые в нашей стране прошел международный турнир по танцам на колясках среди людей с ограниченными возможностями. В нем участвовали спортсмены из 7 стран. Соревнования включали в себя две программы – классическую европейскую и жгучую латиноамериканскую. В номинации «Соло» лучшей стала представительница Казахстана Айгуль Балмагамбетова. В категории «Дуо» победила пара из Таиланда, а в номинации «Комби» непревзойденными оказались корейские и российские спортсмены. «Казахстан Open 2014» – это лицензионное соревнование, в ходе которого участники зарабатывают путевку на азиатские паралимпийские игры. Они пройдут этой осенью в Южной Корее. Здесь принимают участие чемпионы мира, чемпионы Азии и чемпионы Европы. То есть сейчас это как отбор. То есть ребята завоевывают места, им начисляются очки. И если они набирают определенное количество очков, то они проходят и получают лицензию для того, чтобы поучаствовать в паралимпийских азиатских играх.